Эльвира прислала нам смс-сообщение. Рассказывает, на Брянской 74 без конца происходят аварии, избивают людей. Переходник хоть и есть, но женщине страшно переходить дорогу с ребенком и коляской. Машины идут в два ряда, и не всегда водители уступают. Она хочет знать, куда обратиться, чтобы перед зеброй поставили еще и светофор. Специалисты департамента горхозяйства объясняют, обращаться с письменным заявлением нужно к ним, если жители считают, что светофор нужен. Дорожники проверят загруженность участка и определят, насколько светофор будет там целесообразным. Его могут установить и по предписанию ГИБДД. Инспекторы ведут статистику наиболее опасных участков. И даже если по нормативам светофор не нужен, но аварийность высокая, департамент горхозяйства обратит на него внимание.